Примерно так же. Я знаю. Узбеком. Ну, так же, наверное, билеты стоят. Ташкент, из Ташкента, Бангкок. Видео делаешь, да? Угу. Молодец. Это так вот. Может, я еще не хочу. Да я уже плавненько, спокойно смотрю. А, дальше. Ты пока еще нет. Просто. Просто. Куда сходить? Смотреть? Я не знаю, куда сходить. Во-первых, дышать глубоко надо обязательно. Песни веселые. Так, сужение дороги. Я уже начала. Ленинград. Эй, камон, everybody. Татан. Ну да, дальше. Чего на свете лучше нет, чем бродить друзьям по белому свету. Че, еще заснул. Я уже тоже знаю. Это некий поворот. Меня реально уже рубит. Какие дороги. Может, ты Щипаева там? Легай, Щипаева. Забыл. Наша левая сторона гону проедет. Забыл. Ничего там не видно. Ну-ка, открывайся. Наша хорошая проедет. Да. Правильно, да. Давай, нормально. О, прикольненько залез. Красивенький. Маячок, что ли? Вот такой вот маячок, дурачок. Так, вот здесь, может быть, что-то можно поменять, нет? Вот тут бензин, наверное. Петронас. Это заправка. Слушай, отсюда мы поплывем, кстати, ребята. Он My Bank. Наверное, там можно. Кстати, вот это вот, наверное, яхт-клуб Порт. Откуда мы... Обезьяна! Обезьяна чи-чи-чи. Собирала. А они кусаются? Да, они по самые помидоры откусывают. Ну, вообще, наверное, да. Почти как зоопарк. Да, Андрей, пойдем поменяем, и девчонки обезьян посмотрим. Так, ну что это самое? Даш, ничего в руках не оставляй, а что-нибудь заберут, слышишь? Так, машину закрывать? Маш, давай. А вдруг мы от обезьян прятаться будем? Ну, в общем, я ключи вам оставляю, а мы пошли с Андреем. Подожди, как мне фото включить?